В Нефтеюганске прошли малые Олимпийские игры. Старты для детей пришкольных лагерей в городе проводят уже 9-й год. Каждая городская школа представляет свою команду с равным числом девочек и мальчиков возрастом до 13 лет. Школьники состязались в 4 видах. Это баскетбол, перетягивание каната, пионербол и веселые старты. Как объясняют организаторы, это самые легкодоступные виды спорта. Они не требуют специального оборудования и особых умений, но все же есть некоторые хитрости. Наша команда решила сделать так, что когда мы будем тянуть, мы будем начать тянуть, чтобы была сила больше и тяжесть. Самое главное в этой игре – это кидать далеко и ловить. Наши соперники, они нас пытались запутать, и это получалось у них. Мне кажется, что надо поставить правильную расстановку. Кто не умеет, кто не очень хорошо кидает, их надо поставить на то место, где они не смогут кидать, будут ловить только.